школах Владивостока прошел день открытых дверей для будущих первоклашек. Их родители узнали о том, как подготовить ребенка к школе, какие документы необходимы для зачисления, как организован учебный процесс. Также вместе со своими детьми они смогли познакомиться с учителями и учебными классами. При желании родители могли посетить не одну, а несколько школ. Родители пройдут по школам, посмотрим, в каких условиях будут учиться их дети. Детям покажут новые кабинеты, познакомятся предварительно с новыми друзьями, с которыми они 1 сентября пойдут в школу. Мне кажется, что так как с 1 апреля стартует запись в первые классы, родителям было бы важно посмотреть, а куда он будет записываться. Ну, то есть, чтобы это не было такой неизвестностью, записал ребенка, а потом 1 сентября только знакомишься со школой. Сначала сходить, посмотреть, подумать, к какому учителю мы хотели бы записать своего ребенка, в какую школу, потому что это тоже очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. И вот поэтому такую акцию для всех школ города мы организовали, с тем, чтобы каждый родитель имел возможность сходить в соседнюю школу, в школу по прописке, сравнить их, подумать, как будет удобнее ребенку, как будет комфортнее. Планируется, что такое мероприятие будет проходить ежегодно. Напомним, прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется 6 июля. В этом году впервые за парты сядут более 6 тысяч выпускников городских дошкольных учреждений.